Доброе здоровье, уважаемые посетители канала. Я просматриваю различные видосики других блогеров. Вот, знакомлюсь с ними. И я увидел такой видосик. Хлеб. Наконец-то его нашла и больше не покупаю. Идеально быстрый такой домашний рецепт. 6 715 000 просмотров. Офигеть! Но, как говорится, а настолько ли он хорош против того, что я вам даю? Я вам даю рецепт приготовления хлеба из проросшего зерна. Давайте немножечко познакомимся. В чем отличительные особенности того, что я вам предлагаю, и вот того, что здесь предлагают. Здравствуйте, с вами Анастасия на канале «Еда на любой вкус». Сегодня приготовим домашний мягкий хлеб. Рецепт, ну, очень легкий, под силу каждому, из самых доступных ингредиентов и достаточно быстрый. Посмотрите, какой пористый мякиш. Хлеб не крошится, отлично пружинит. Попробуйте приготовить сами и покупать больше не будете. В миску просеиваем 350 грамм пшеничной муки. Лично для меня этого оказалось достаточно. Просеиваю мука. Значит, да, что касается, возможно, вкусного хлеба, там, быстро приготовимого, с вот этим вот пористым этим мякишем и прочее. Я согласен, что это может быть вот такая вот. Но о чем я вам толкую в целебной кулинарии? Я вам толкую о том, как приготовить целебное блюдо, одновременно и вкусное, и полезное во всех отношениях. Целебное! Мука, микроэлементов, вот кто там смотрит мою школу здорового образа жизни, как раз по питанию я там выкладывал. Что такое зерно? Зерно – это оболочка, это самая ценная часть – зародыш. И далее это вот как раз сама, будем говорить, называется так, эндосперм, который как раз содержит вот эту вот муку. Когда приготовляют муку, отбрасывают минеральные вещества в оболочки, отбрасывают самое ценное в зародыше, а остается вот это. Ну да, это можно приготовить пористо, так вкусно и так далее. Но насколько это полезно? Я же вам предлагаю продукт, который превосходит вот этот вот хлеб, вот это вот все. Во много раз. Сохраняя все практически ценное. Да, там есть небольшая термическая обработка, но это ерунда. Что-то разрушается не без того. Но большая часть остается и работает великолепно. Сразу же съели и на следующий день от того, что вы получили природные витамины группы В, Е, там, А и прочее, сразу вы чувствуете, что пошло дело. Поэтому на моем канале я вам стараюсь дать то самое лучшее, что я отыскал и опробовал, а не просто какой-то там вкусненький рецептик, который смотрят 7 миллионов практически. А у меня, вы что, я вот так, знаете, вот смотрю вообще на вот эти вещи, вы что, разучились вообще воспринимать информацию? Научитесь воспринимать полезную информацию.